Мої вітання телеглядачам телеканалу АТВ. В ефірі програма «По суті». І сьогодні ми говоримо із Ігорем Кривозубом, директором департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Ігор Володимирович, у нас вже минуло півроку 2019-го. Розкажіть, будь ласка, які успіхи вашого департаменту за ці півроку? Основна задача – це все-таки создання і увеличення території природно-заповідного фонду Сумської області, в тому числі нескольких направлений місцевого і державного значення. От. Я вважаю, один із наших сильних показателів, то, що за півгода ми создали і вони утверджені рішенням сесії обласного совіту 12 нових об'єктів природно-заповідного фонду загальною площадю 1248 гектарів. В цьому відношенні ми как бы лідируємо в Україні по створенню нових таких об'єктів. В цьому році ми провели ряд мероприятий, більше тим, наверное, все-таки образовательного значення, в тому числі це і зв'язане з біосферним резерватом, це годовщина Деснянсько-Старогудського парку, на яку, ну, на розвиття даної території сьогодні заінтересовані не тільки в розвитті, а й вже приймають участь в научних дослідженнях. Наши коллеги из Германии в этом году они приезжали. Вот, заинтересованы сотрудничать с нашими парками и предприятия сельского хозяйства, органического земледелия. Надо отдать должное Андрею Мураховскому, который курирует это направление, этот сегмент. Он провел уже, наверное, 3 или 4 открытых семинара для Сумской области. Очень приятно. Подтягивается экологически чистые земли. В этом году мы отметили годовщину Гетьманского парка, национального природного парка. Активно создана администрация, в прошлом году она создана, в конце года уже полностью работает, сформирован штат по заповеднику Михайловская целина, который, честно говоря, мы с боем отбили у Академии наук и передали Министерству экологии и охраны природных ресурсов Украины, потому что более ответственное отношение к этим территориям. И я вам хочу сказать, что новая администрация Михайловской целины сегодня проводит открытую политику по отношению изучения флоры и фауны на территории Михайловской целины, обучение наших деток туда приезжают, экскурсии со всей области, детям нравится, и несколько иностранных делегаций приезжало, в том числе из Китая, из Германии. Вот. То есть это такое вот открытие. Коммунальный заклад «Парк Сиемский», вот наша карта, это один из самых крупных парков в Украине, регионального ландшафтных парков, более 98 тысяч гектаров. Значит, по этому парку проведены работы, объемные работы, связанные с определением зон заповедности. В этом году выделена сумма денег по оформлению технической документации прибрежно-захисних смуг ріки Сейм в межах національного парку, в межах регіонального парку, що дасть можливість все-таки зберігання самої території, прибережної території ріки Сейм від запахування. Ну, як говориться, Сейм для Сумської області, Сейм батюшка, Десна матушка. От ми намагаємося зберігати ці території. Виділені доволі-таки серйозні денежні средства для шостки, для создания нового вольерного комплекса. Ну и впереди много работы, связанной с... Сейчас проходят тендерные процедуры, связанные с выделением денежных средств на оформление технической документации новых объектов природно-заповедного фонда. Вы уже говорили, згадували про парк Сеймський, про одну из найбільших річок Сейм. А наскільки у нас в області спостерігається тенденція всихання річок? К сожалению, то, что мы на сегодняшний момент имеем, это тоже одно из наших направлений,
так называемое водно-болотное угодье, начиная с 1953 года, практически по 1965 год, на территории Сумской области было, проводилась такая плановая работа под названием мелиорации и осушение болот с целью в дальнейшем распахивания. Никто тогда не задумывался о том, что зона Полесья является одной из самых серьезных зон для хранения и восстановления водного фонда в целом Украины. Вы видите, что если посмотреть на карту Сумской области, она практически вся испещрена голубыми линиями, ниточками. Это довольно-таки большое, будем так говорить, у нас довольно-таки большой разветвленный водный фонд. Но тем не менее, я хочу сказать, что коэффициент поступления воды по отношению к использованной составляет 0,6. То есть на каждый литр использованной пресной воды, не технической пресной, а то основной природа нам возвращает всего лишь 600 мл. То есть у нас есть как-то понимание отрицательное сальдо, каким образом оно идет. Это выветривание там, через ставки, там, знаете, испарение, да, так называемое. Это использование промышленности воды, хотя в последнее время в связи с тем, что немножко сократилась работа на заводе Фрунзе, на Химпроме, то есть использование речной воды в технических промышленных целях сократилось довольно-таки существенно. Но тем не менее появились новые тенденции. Это использование маисовых культур, подсолнечника, и, ну, маисовые, это я имею в виду кукуруза, подсолнечника, рапса. Это культуры, которые являются одними из самых мощных и сильных биологических насосов, которые поднимают землю с больших глубин. То есть один стебель кукурузы в день потребляет 6 литров воды. Ну, вы видите в последнее время, да, как проходят работы нашего агрокомплекса, в основном это кукуруза по кукурузе. Практически нет севооборота, это использование новых технологий с одной целью — получения максимальных урожаев и получения дополнительной прибыли. Никто не думает о том, что в ближайшее время он точно так же окажется зависим от нехватки воды. А мы идем к этому. Вместе с нехваткой воды у нас уходит, и это для Полесья очень серьезная проблема. Мы теряем и лесовой фонд самостоятельный. Обратите внимание, когда вы едете вдоль дорог, там, где в дорожной смуге посажены березы, они практически все усыхают. Вот. Наверное, не обращайте внимания, но я, наверное, больше по работе своей, по долгу своей службы, когда еду в каком-то из направлений, обращаю внимание о том, что вот вдоль дорог высыхает. Это захисные смуги для полей. Мы идем к сокращению. Более того, у нас очень большие начались проблемы с изменением, ну, вместе с уходом воды изменяется климат. Вместе с глобальным потеплением, изменением, на сегодняшний момент для наших лесов появились новые проблемы под названием верховый короед как таковой. Надо отдать должное нашим работникам леса о том, что они вовремя спохватились и начали вести активную работу с уничтожением данного вредителя. Хотя, по большому счету, я вам хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки и Канада, этот промежуток времени, когда начались изменения климатические, упустили, они потеряли около 50 миллионов гектаров леса только от этих вредителей. У нас на сегодняшний момент по Сумской области идет где-то до 15 тысяч гектаров, но это уже в том числе из зачищенных территорий. Да? Прозупынение, да? Да, идет прозупынение, да. Это, но тем не менее, я вам хочу сказать, что бюрократическая машина с разрешительной системой на проведение неплановых и санитарных рубок замедляет эти процессы.
знаете, как верховому короеду или шестизубому короеду, ему без разницы, какой из, какая бумажка согласована или не согласована. Он развивается, он сегодня разносит грибковые заболевания по сосне. Вот, и чем медленнее и меньше мы уделяем этому внимания, тем больше территорию он покривает и путем своего размножения. В каких районах цей короїд був найбільше? Он практически во всех районах. Здесь нет, я не могу вам сказать, что где-то его больше или меньше. Он во всех районах, в основном, я вам хочу сказать, страдает северные районы. И там из-за этого происходят рубки. Надо отдать должное все-таки лесникам. Они проводят, конечно, огромнейшую работу именно по зачистке, в том числе и сохраняя даже ту древесину, которую они делают, вот эти санитарные рубки. Они пытаются ее все-таки сохранить, не просто утилизировать на дрова, а все-таки выбрать хоть какое-то количество товарного леса для того, чтобы предприятие не страдало от этого. Ну и, конечно, биологические формы вместе с Харьковом, вместе там есть разработки, турецкие разработки по естественному врагу верхового короеда по Тростянецкому району. Сейчас идет эксперимент по выведению жука, который поедает короеда. Сегодня очень большое участие принимает, надо отдать должное, все-таки вот, юные лесники, дети, которые при наших лесничествах, есть школы лесников, вот, которые сегодня развешивают скворечники, синичники, то есть это вот, одна из форм тоже ведения борьбы с этим вредителем. Не меньше вредитель у нас является типограф, который выедает, выбивает ель. Это уже миграционные вредители, интродиценты, которые зашли на нашу территорию с других стран. И грибы, которые уничтожают половозрелый ясень. То есть мы теряем одну из самых, будем так говорить, дорогих товарных единиц, которые есть. Це шкідники, які активізувалися в останній час, чи вони і раніше були? До последние 5 лет. А чим це викликано? Изменением климата. Это ви тем, чим ви задали. Нічого так просто не буває, да? Ми розпахали, ми спочатку осушили болото, потім ми розпахали ту почву. Следующий вопрос іде це опустилювання. Следующий этап, будем так говорить, сначала мы отберем всю воду, которая есть по верхним горизонтам, потом пойдет по нижним горизонтам, я вам говорил, сегодня помогает здесь кукуруза, потому что она тянет воду с 35 метров глубины, в состоянии вытягивать. Вот. И следующий этап после этого идет опустыливание, то есть это уже земля, не имея большого количества влаги, получая большое количество химии, она начнет, будем так говорить, пройдет процесс ее засаливания как такового. Так а можно цей процесс якось зупинити? Да, правильное ведение с учетом экологических рекомендаций ведения как сельского хозяйства, так и лесного хозяйства, так и использования воды, которую мы производим, повторное использование технической воды. Вот, бережное отношение – это прекращение на сегодняшний момент продолжать осушивать болото, потому что это является естественными природными фильтрами и естественными накопителями пресной воды, которая есть. Да, это можно останавливать и нужно это останавливать. Хотя, по большому счету, у меня что-то такое же ощущение, что мы находимся в необратимом процессе. Единственное, во всяком случае, можем его замедлить. Ну, а вашим департаментом ведеться на сьогодні якась робота з попередження, не знаю, на місцях? Роз'яснювальна робота ведеться. Ми розказуємо об этом. Но на сьогоднішній момент этим вопросом займається і Міністерство екології і охорони природних ресурсів. Да? Ну, є відомство, да?
Министерства аграрной политики, Минприроды на большом уровне. Есть даже международный праздник водно-болотных уедь. То есть достаточно информации, но тем не менее сознательное отношение человека к воде, каждого в отдельности, вот, это должно быть в первую очередь. То есть начиная от домашнего крана, да, как мы ее используем, как мы пользуемся этой водой. Вот, потом это административные организации, которые занимаются распределением добычи воды, да, то есть должны к этому относиться. Следующее – это очистка воды. Мы прекрасно понимаем о том, что на сегодняшний момент у нас на все есть деньги, но никогда не хватает денежных средств для очистки технической воды с последующим сбросом в открытые водоемы. Если мы уже и сбрасываем воду, то только гадость. Вот. Тем самым загрязняете чистые объемы, которые у нас есть. Да, вот. Это чисто влияние человека, каждого отдельного человека –